Президент поздравил работников и ветеранов дипломатической службы с профессиональным праздником. Александр Лукашенко выразил уверенность, что белорусские дипломаты, проявляя преданность и патриотизм, опираясь на наработанные опыты и традиции белорусского государства, способны достойно представлять страну и эффективно защищать ее национальные интересы. Накануне прошла встреча главы МИД Беларуси и посла России. Владимир Макей принял Дмитрия Мезенцева. На встрече обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Речь шла о дальнейшем взаимодействии Беларуси и России в рамках союзного государства, интеграционных объединений и международных организаций. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Сейчас идет плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Испытания системы оборудования на номинальной мощности будут продолжены. Второй этап национального отбора на международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске проходит в Минске. Участники выступают в режиме живого звука. Сегодня это самые младшие артисты. Исполнители эстрадной песни жюри будет прослушивать в понедельник. Для финала выберут по 10 лучших в каждой категории. Кто же представит страну на международных конкурсах в Витебске, станет известно не позднее 20 марта. В субботу Бобруйск встанет на лыжи. Зимний праздник пройдет на территории Ледового дворца. Регистрация начнется в 9 утра. Торжественное открытие проведут в 10 часов. Традиционно у Бобруйской лыжни две дистанции – 1200 и 800 метров. Участникам необходимо прибыть с индивидуальными номерами, где отражается название учреждения или организации, за которую они выступают. Будут организованы и дополнительные рейсы 25-го автобуса. Подробное расписание на сайте горисполкома.